Так, всем добрый день. Сегодня 24 января, и у нас на участке новая культура, называемая батат. Что это такое? Ну, это клубни, которые растут в земле с весны там до осени. Осенью выкапывается, как картошка, и их можно кушать. Мы с них будем делать зимой рассаду, весной ее высаживать на бугры, ну как клубнику мы высаживаем на бугры под пленку и с капельным подливом, также мы будем высаживать и батат на бугры под пленку и с капельным подливом. Но для начала нам надо вырастить рассаду. Как мы ее будем выращивать, сейчас я вам покажу. Вот у меня подготовлены специально пенопластовые ящики, в которых мы выращиваем из корня малины и ежевики саженцы. Сейчас мы в эти ящики будем укладывать батат вот таким вот способом. Батат нам будет давать потом поросли, побеги, и мы их будем укоренять в кассеты или в стаканчики. И потом укорененную уже рассаду будем высаживать. Будем высаживать на бугры. Батат размножается именно таким способом. В общем, сейчас мы уложим, присыпать их чуть-чуть там присыпем, а так они будут лежать вот так. И потом с каждой почки у нас, вот видите, тут почки, вот они, с каждой почки пойдет зелененький побег. Эти зелененькие побеги мы будем резать и в кассеты или в стаканчики ставить и доращивать до там хороших кустиков. Как только позволит нам погода, это где-то конец апреля, мы высадим все это в открытый грунт и будем выращивать все лето. А осенью выкапывать будем вот такие вот клубни. Не-не, это так ложить, чтобы нам потом еще удобно было работать, но оттуда резать. Ну все, следующее. Вот так вот сейчас уложим. Взял я, значит, 20 килограмм батата. Сорт, не помню, он мне в WhatsApp записан. Продавец мне сказал, какой это сорт, какой-то гибрид. Ну, с виду так вроде ничего. На вкус, сейчас на вкус порезали его пятачками. Ну, не знаю, типа морковки, не морковки. Ну, хрустит как морковка. По вкусу непонятно что, то ли тыква сладкая, то ли дыня, то ли яблоко. В общем, вечером попробуем его еще приготовить дома в духовке. Если у вас есть рецепты батата, напишите, пожалуйста, как его вкусно приготовить. Мы сейчас оставим немножко для себе на еду, ну, это все высадим. Вот я думаю, с 20 килограмм около 1000 саженцев, я думаю, у нас должно получиться.